В России более 1500 учреждений для детей-сирот. За последние годы число воспитанников детских домов и интернатов резко уменьшается. Связано это с увеличением количества патронатных семей. Сократилось и количество случаев, когда детей оставляют на произвол судьбы. Внимание данной проблеме начало уделяться уже в начале 20 века. В 1920 году в Смоленской области открылся детский дом-школа для детей, оставшихся без попечительства родителей. Основано наше учреждение было в 1920 году, в сентябре месяце, по решению Смоленского совпрофсоюза, Смоленской железной дороги. И в подтверждение этого, значит, мы получили архивную справку из нашего государственного архива, где указано, что действительно школа-интернат была основана в 1920 году. Вот, назывался он, значит, имени Третьего интернационала «Красная Заря». Так назывался тогда детский дом. Вот. И, конечно, первые воспитанники были воспитанники из железнодорожных семей, которые при тех иных обстоятельствах родители погибли, и дети, которые были, так сказать, где-то дети репрессивных и так далее, и так далее. Хочу сразу сказать, что на первых порах здесь было всего где-то 60-65 детей. Вот. И основателем этого детского дома был Малявка Марк Романович, который был учителем Смоленской железной дороги, вот, который и был руководителем до 1948 года. Великая Отечественная война не прошла мимо Кордымовской школы. Многие воспитанники учреждения ушли на фронт и остались на полях сражений. После войны Кордымовский детский дом возобновил свою деятельность. Воспитанниками стали дети, оставшиеся без опеки после войны. На сегодняшний день количество выпускников учреждения насчитывает несколько тысяч детей, которые по тем или иным обстоятельствам остались без родительской ласки. Сейчас в стенах детского дома воспитывается около 50 детей. Но у нас воспитываются дети от 7 лет до 18. Наверное, положительное то, что меньше сейчас в стране детей, которые младшего школьного возраста, которые оказываются у нас, потому что вот при государственной политике, которая сейчас проводится, идет активное усыновление детей. Но в основном это усыновляются дети либо дошкольного, либо младшего школьного возраста. У нас же в настоящее время воспитывается 45 ребят. В основном это ребята уже переходного возраста, 13 лет и старше. Ребята довольно сложные, с непростой судьбой. Как я уже сказал, здесь есть и дети-сироты. Также есть и ребята, которые остались без попечения родителей, то есть их родители недолжным образом занимались их обучением, их подготовкой. И в определенный момент их просто лишили родительских прав, и ребята оказались у нас. Либо это ребята, которые были взяты раньше под опеку, но вот наступает переходный возраст, трудный период, когда опекуны часто уже начинают не справляться со своими обязанностями, поэтому тоже зачастую отказываются от дальнейшего их сопровождения. И таким образом ребята оказываются у нас в детском доме. То, что сегодня эти дети растут без родителей, не их вина. Поэтому общество должно участвовать в судьбе таких детей. Многие из нас даже не задумывались, как сложно приходится воспитанникам детских домов во взрослой жизни. Ну, не стану скрывать, что наше учебное заведение, где содержатся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, конечно, нуждается в помощи. И мы постоянно ищем партнеров, хотя, конечно, государство нас финансирует, областная администрация, но на все равно не хватает. Поэтому ищем поддержку и помощь, где только можем. У нас появился интересный партнер. 3 месяца назад заехал к нам в наш детский дом. Ехал проездом на соревнования. Ненадолго заскочил, но задержался более, чем предполагал.
И мы обсудили многие вопросы. Майрбек Соломбекович сказал, что я готов вам помогать и буду помогать. И мы сделаем все, чтобы ваш интернат и детский дом был на достаточном уровне. Я не люблю самолеты, и поэтому вынужден ездить, скажем так, земным транспортом, скажем так. И мы обычно на двух-трех машинах выезжаем в разные направления, в зависимости от того, скажем так, где у нас непосредственно должен произойти там, турнир, там еще что-нибудь, или по делам. И так получилось, что в определенное время мы достаточно часто ездили через Смоленскую область, через Белоруссию и в Польшу. Обычно ты едешь, останавливаешься, где-то заправляешься, где-то питаешься, да? Вот, и на заправке случайно познакомился с мальчиком. Он подошел, попросил 5 рублей. Вот. Я ему задал вопрос, для чего ему. Он сказал, что так как бы перекусить что-то такое. Ну, я понимаю, что на 5 рублей ничего не покушаешь, но что-нибудь там, может быть, купишь. Вот. Я ему задал вопрос, а ты случайно не для сигарет или еще для чего-нибудь? Он сказал, нет, честное слово, я не курю. В общем, чисто вот перекусить. Потом пообщались, выяснилось, что у него нет ни отца, ни матери, что он находится в детском доме, в приюте, что за короткий промежуток времени у него мать и отец умерли, что вроде бы его воспитывала тетка. В общем, пообщались. Я ему дал чуть больше денег, вот мы расстались. Он задал мне несколько вопросов, как он может меня там где-то в соцсетях увидеть. Я дал, скажем так, свой Инстаграм и ВКонтакте. Он вышел на связь, общались, и нет-нет, мы ездили туда. Потом выяснилось, что рядом есть еще какой-то детский дом такой, Кардымовский дом, в общем, по-моему, Кардымова, да. Вот, и пообщались с ребятами, знакомыми, вот, и как-то, проезжая мимо, решили заехать посмотреть, ну, что там такое, в общем, что за дом, детский дом. Ну, пообщались с директором, пообщались с преподавательским составом, пообщались с ребятами и не знаю, как сейчас правильно это сказать, но тяжелая ситуация там была. Буквально в смысле тяжелой ситуации. И так получилось, что решил немножко помочь ребятам. Ну, изначально мы попросили Майрбека Соломбековича помочь в ремонте нашего детского дома школы. В частности, мы готовим спальные помещения для наших воспитанников, пытаемся создать достойные условия для проживания детей. Вот изначально мы попросили об этом, немножечко нам помочь, на что он откликнулся, но потом пришла идея на базе нашего учреждения, наверное, создать какое-то отделение, которое бы попыталось перейти на спортивную тему и, в общем-то, развивать борцовское направление. Я прекрасно знаю, что если правильно направить молодежь, из них получатся достойные ребята. Исходя из этой логики, мы так для себя составили небольшую программу. С ребятами посидели в Беркуте и в ICB и решили посмотреть, что будет с этими ребятами лет через 5. Вот. И что нужно было в первую очередь сделать? Это создать условия для них, чтобы они могли заниматься, скажем так, увлечь их чем-то. Ну, чем можно увлечь сегодня, да? Ну, если человек не зарабатывает, скажем так, если ему делать нечего, да? Ну, или в соцсетях он копается, или занимается спортом. Соцсети не самое лучшее дело, да? Да, соцсети, они тоже нужны, но мы именно направление в спорт. У нас вроде бы получается. Именно в подростковом периоде закладываются основы нравственного сознания. В этот момент главную роль в жизни ребенка играют родители, которые направляют необузданную энергию в правильное русло. А что делать тем, у кого нет родителей? Как им самим в столь юном возрасте выбрать правильный путь? Кто им поможет? И когда мы полностью проанализировали ситуацию, я так понял, что из этих ребят можно, в принципе, в конечном итоге сделать нормальных пацанов. Они трудновоспитуемые считаются, у них есть некоторые проблемы с законом. Вот. Ну, скажем так, кто не баловался, да, например. Я могу откровенно сказать, что вот мы сейчас находимся в селе, в моем
родовом. 75-м, 76-м, 77-м. Любой односельчанин мог сказать, что моя жизнь закончится тюрьмой, потому что я был очень балованным парнем, дрочливым. Ну, очень сложная категория, наверное, поэтому мы попросили помощи и вели разговоры с Майербеком Исламбековичем, чтобы помочь нам с этой категорией ребят. Как я уже сказал, это переходный возраст, это гормональный всплеск, взрыв, это эмоции, реакции непредсказуемые. Многие ребята уже имеют столкновение с законом. В общем-то, есть те, кто имеет правонарушение. И, в общем-то, с этой категорией довольно непросто. И простыми разговорами, уговорами, беседами и даже беседами психологов данную проблему часто не решить. Один из основных моментов – это вопрос их вовлечения в какую-то деятельность активную. Ну, как правило, вот такую категорию сложную, ребят с девиантным поведением, очень трудно вовлекать в кружковую работу, в секционную. Их может заинтересовать только что-то такое яркое, большое и, ну, наверное, не совсем ординарное. Съемочной команде ACB-TV удалось познакомиться со многими воспитанниками школы. Каждый делится своей историей, своим видением жизни, планами. Один из таких – молодой парень по имени Никита, который оставил после интервью ощущение взрослого человека. Да, были проблемы с законом, было много драк за мою жизнь. Много, ну, довольно-таки совершал преступления, разбои, там, организация каких-то группировок. Ну, пытались как-то сопротивляться законам, ну, как бы это все позади. А почему-то, как ты думаешь, почему это было? Ну, потому что, как бы, ну, вообще я с детства спортом занимался, но как бы не было там надлежащего контроля, все хотелось, много денег, там, еще чего-то хотелось, всегда хотелось быть лучше всех, ну, и как бы поэтому. А когда там проживаешь, да, некоторые моменты, на свои, ну, как бы все учатся, кто-то говорит, на чужих ошибках учатся, я учусь на своих ошибках. Я пережил там некоторые моменты, там, привлечение к ответственности какой-то, но ответственность не понес, но понял, что для меня это будет уроком. И что вот благодаря спорту в будущем можно измениться, и благодаря спорту зарабатывать тоже большие деньги. Ну, в общем-то, человек амбициозный ребенок, да, желает стать лидером. В общем-то, наверное, не лишен он этих лидерских черт. Ну, единственное, что, может быть, вот нужно направить их в нужное направление и придать вектор положительный всему этому. Я вот вижу, что он постепенно, мне кажется, начинает меняться. Вот поездка сюда, я вот эти дни, мы уже около недели здесь. Будем надеяться, что слова директора воплотятся в жизнь, и по истечению некоторого времени парень найдет правильное направление своей энергии. Ведь у него рядом есть пример. Его старший товарищ, который так же, как и Никита, воспитывался в детском доме и занимается тем, что помогает детям, оказавшимся в такой же ситуации. Я прошел через это, я примерно понимаю их состояние сейчас, в чем они находятся и чего они хотят. Потому что я был таким же, как и они. Вот. А скорее всего, помогаю директору, это по какой-то совсем иной части, по отношению к детям. Я пытаюсь показать себя с хорошей стороны, чтобы они тянули за мной. Вот. Тоже рассказываю им, каким я был, и даю пример, каким я стал сейчас. Он выпускник Шаталовского детского дома, тоже Смоленской области. Вот он как раз один из тех, кто тоже в школьном возрасте имел массу противоречий, в том числе и законом, но в конечном итоге вот сумел выйти и сейчас организует там и футбольный клуб у нас в городе Смоленске, пытается сплотить вокруг себя бывших выпускников детских учреждений нашего интернатного типа и, в общем, сделать так, чтобы они были заняты и нашли свой путь в жизни. Поэтому как-то он к нам стал приезжать.
в общем-то, сейчас он пытается и помогать и в подготовке спортивных наших залов для борьбы в будущем. И также мы просим его и работать с нашими детьми. Я думаю, что у такого сложного подростка в прошлом, ну, есть понимание, опыт, как общаться со своими сверстниками, вот из нашего детского дома. В конце 2017 года руководство лиги пригласило воспитанников школы в Грозный. Прежде всего для знакомства детей с известными спортсменами и демонстрации успешного результата усиленных тренировок. Помимо тренировок, для детей провели ознакомительные экскурсии по Чеченской Республике. Уважаемые гости, мы находимся в мемориальном комплексе славы имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Ходжи Абдулхамидовича Кадырова. Данный комплекс построен в 2010 году, открыт на строительство, ушло около 4 с небольшим месяцев. Это рекордные сроки, если смотреть на масштабы комплекса. Инициатором строительства было, естественно, как и основных таких учреждений, это Рамзан Ахматович Кадыров. Желание их приехать сюда, они знают, что такое СИБИ, и мое желание, что это было бы отлично, совпало, и они изъявили желание, я изъявил желание, готовность помочь в этом, и мы это организовали. Но это не значит, что мы заканчиваем, да, на этом. Когда руководство этого дома будет готово отпустить, неважно, на 2 недели, на месяц, на полгода, без проблем, наши двери открыты. После нескольких недель занятий на базе «Беркута» дети отправились домой, где их ждал сюрприз – новые спортивные залы. Что, я тоже решил уехать? Да. Когда обратно? Обратно? Через 2 месяца. Все. Да, вот нам вместе с вами. Да, я ждал, богат. Так, всем поздравляю, довезти вас, начинаю платить бесплатно, я желаю. Это большая. Чего так быстро уезжаешь? Я не знаю. Хотел бы остаться еще на месяц? Да, наверное. И в следующий раз на 2 месяца будете. Я так не знаю, как решит, с кем мы поедем. Сегодня должны были приехать ребята с ММА Смоленска, если я не ошибаюсь. Они должны быть здесь уже.
Мы с ними договорились, что они будут выделять местных тренеров. Но уровень местных тренеров я сейчас не могу сказать. Но по разговору я так понял, что было бы желательно присылать отсюда. Все-таки наши тренера достаточно опытные, очень опытные. И пару, скажем так, наших звезд. Ну, например, джиу-джитсу, такого тренера, как Арби Мурадов, ну, мало. Пусть не обижаются на меня, но в Российской Федерации таких мало. Представьте, в каком-то детском доме проявляется Арби, черный пояс, второй дан, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Он приходит и тренирует новичков. Это же круто. Я всю жизнь мечтал, чтобы меня кто-то подобный тренировал. И получил эту возможность только к 52 годам. Так что это серьезно круто. Занятия спортом, они, конечно, подразумевают и проверку медицинского состояния наших детей. Естественно, все должны, весь процесс должен находиться под контролем нашего медицинского работника, который перед началом занятий проводит медицинский осмотр ребят, измеряет основные показания и проверяет возможность готовности занятия. Тренировки у нас проходят 4 раза в неделю, постоянно приезжают тренера, тяжело, но все стараются, как бы все любят спорт, всем понравилось заниматься единоборством. После поездки, да, изменилось, у нас есть новый зал, новые возможности заниматься, ну как, и поведение у многих ребят изменилось. Сейчас такой момент в республике, реально, что подавляющее большинство молодежи сейчас заняты спортом, учебой, это... Реально, это круто, это серьезно, потому что мы сейчас можем не только помогать кому-то, но даже какой-то опыт передавать. Это связано с тем, что на протяжении последних, как минимум 7-8 лет руководство республики усиленно именно в этом направлении работало. Да? И постоянно вот это внимание, которое уделяется именно молодежи, да. Ну, я уже взрослый человек, да, меня изменить уже невозможно, может, ну, если возможно, то только с большим трудом, да, вот. А молодые ребята, 12, 13, 15 лет, которые родились во время войны, да, практически видели только войну, да, и вот в этот момент, если это получилось изменить в Чеченской республике, то те регионы, где этого, в принципе, не было, и они даже понятия не имеют о том, что такое разрыв.